Доброе утро. Сегодня 15 ноября 2017 года. Среда. Я на этой неделе последний раз выхожу в школу, потому что завтра в обед ко мне прилетает Люся в гости, и мы будем с ней наслаждаться общением друг друга. Я надела вот такой вот балахончик. Вот такое вот у меня есть пончо, наверное, можно назвать. Можно назвать летучая мышь. И я вот так пойду, без всякой верхней одежды, потому что на улице тепло, в обед нагреется до 15-17 градусов. Сейчас очень даже не прохладно, не ветрено, очень хорошо. Я выглядывала на улицу, температура температуры, но нас высунуть на улицу это совсем другое. И я надела светлые штанишки бирюзовые тоже и сапожки в связи с тем, что свитерок у нас пошел беленький, а у Гали нет беленьких сапожек. Вот такие вот молочного цвета, которых я недавно выгуливала. Я вам рассказывала, что это чуть ли не единственные сапоги, которые я заказала онлайн, и они меня устроили. Так, украшения показываю близко. Из украшений я подобрала вот такой вот ключик, ой, замочек, извините. Он с символикой Нового Орлеана, французская символика. Пусть он здесь нас оживляет. Ой, я сегодня в сережках, сейчас по порядочку. Давным-давно не надевала перышко. Здесь у нас любимое кольцо тоже из бирюзы. Здесь у нас бирюзовая бабочка полетела. И я надела вот такое вот колечко. У меня есть такой набор. Кольцо, браслет и сережки. И вот сережки я сегодня, в связи с тем, что они у меня лежат все вместе в одном отделе, я не забыла надеть сережки, что с нами бывает чрезвычайно редко. Из ароматов у нас сегодня от Moschino, I Love Love. И у нас сегодня вот такая вот приятная вот облачко из летнего, я считаю, аромата, но на улице хорошо, захотелось. Мы в цвет одежды, цвет флакона, бывает у нас так. Глазки я тоже подрисовала, пошла порадую деток, обработаю ролики, может быть, что-то запишу, чтобы у нас был хороший запас. Я готова выпускать ролики очень часто, все зависит от вас. Реагируйте, пожалуйста, и на мои ролики, и на ролики других ваших блогеров, кого вы просматривайте. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.